остров Фортов, перекрыли парковку там. Тут целая куча машин, посетителей. И негде остановиться. Так, что там на плакате? Музей военно-морской славы. 45 тысяч квадратных метров. Будут строить. Какая толпа сюда идет. Всем парк понравился, значит. Можно кофеёк взять. Сейчас здесь где-нибудь возьму кофеёк. А здесь сколько? А бензин есть? Бензин есть? Или пойдем пунш искать? Да ладно, уже давай бери. Вот все, давай. Картошку фри. Сейчас 120. А жена откуда дело? Сашка, я так и не понял. Кроме бензин, все еще брать. Я тоже не хочу. А, так Владислав, я вот не понял. Тогда ты иди, мы пушки. Это ну, тогда... Жду капучино свой. В этом слева такой стоит 200, что ли. А, 180, а здесь 160. Буквально в метре. Спасибо. А сахар где? Сахар что-то холодно сегодня. Холодно. 2 градуса всего лишь. Нет, это, конечно, не минус 20, как в феврале бывает. Интересно, здесь есть последствия наводнение, которое где-то месяц назад, там в октябре произошло. Там все затопило, все берега до дамбы. Ну вот. А, здесь получается это внутри дамбы, поэтому здесь навряд ли что-то было. Дамба, она как раз вот там, справа. Там за дамбой, Сестрорецк, Зеленогорск, там все позатапливало.
жуткие кадры были. Море разбушевалось. На самом деле надо две дамбы. Одна вот эта построена, вот здесь получается, в устье реки Невы. А вторая дамба нужна в истоке реки Невы. Это на Ладожском озере. Там, кстати, не такую большую придется строить. Потому что проблема в том, что наводнения здесь происходят из-за того, что ветер гонит волну из Балтийского моря. Ну, со стороны вот. Со стороны Финляндии. И город затапливает. Вот построили дамбу. И когда идет волна со стороны Финляндии, то эту дамбу закрывают. О! Вот, эту дамбу закрываю. Сейчас покачаю. Но при этом из реки, ну, из Ладожского озера-то вода все равно прибывает в Невскую губу. И получается, что город тоже он как бы слегка подтапливается все равно. Потому что много воды приходит и со стороны Ладожского озера. Надо построить еще одну дамбу, но в истоке Невы, то есть чтобы сразу две дамбы перекрывать. Одну здесь, а другую в районе крепости Орешек. И тогда город вообще не будет затапливаться. О. Отличная идея. И они будут синхронно работать. И все. И проблема решится. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais. Mais la vie séparait ceux qui s'aimaient. Tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer effacée sous le sable. Des amants désunis. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie séparait ceux qui s'aimaient. Tout doucement, sans
de bruit. Et la mer effacée sur le sable. Les pas des amants déchaînés.
c'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie séparait ceux qui s'aimaient. Tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer effacée sur le sable. Les pas des amants désunis. C'est une chanson ressembler. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie séparait ceux qui s'aimaient. Tout doucement, sans faire de bruit.